Так, наша очередь подошла довольно быстро. Сейчас мы будем проявлять самостоятельность. Не американо, я теперь беру капучино 300 и очень счастлив. Изумительный вид. Ребята, у нас столько всего впереди. Ребята, великолепный капучино Лукойла. Значит, вот, я заправился плюс 4 литра, правда, чек не взял. Ну ладно, ничего, это вот как бы будет у нас точка отсчета. Великолепный солнечный день и только что замененное масло. Только что на 120 на 1840. Колоссально. Прелесть. Денечек прекрасный. Ребята, у нас впереди огромные планы. Великолепный звук движочка со свежим маслицем. Да, надо было мне пораньше сменить. Обижал я свою зайку. Ну ладно, вот здесь мы стояли перед беседой с Александром Липовым. И до этого это дорога в рай. А, значит, когда мы едем в рай, пока мне неизвестно. Я думаю сначала, ребятушки, предпринять поездку на север. Ладно, вы уж не обижайтесь, не обессудьте, но что делать. Я экономлю топливо, чтобы она стояла с максимально полным баком. Вот я не знаю, что-то не могу понять, приемистость у нее выросла или нет. А сейчас мы испытаем, смотри, сейчас чуть-чуть помедленнее поедем, там сзади никого нет. Вот сзади никого нет, хорошо, теперь... Да нормально, по-моему. По-моему, хорошо. Все. Сейчас паркуемся. А дальше варианты есть. Есть вариант поехать в центр на метро. Я как-то думаю воспользоваться этим вариантом. Вот. Посмотрим. В целом, да, ну видишь, и холодновато, конечно. Но, понимаешь, вот сейчас со свежим маслицем, с полным баком, вы представьте, какие возможности. Они просто беспредельные. Просто беспредельные. Сейчас включим кантри и улетим с вами в мир волшебства. Так, поворотничек. Здесь у нас поворотик. Все, через 3 минуты мы будем уже на парковочке.